Сегодня в Северском районе отметили День защиты детей. В парке имени Пушкина работали тематические выставки рисунков, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. Кинотеатр «Ударник» организовал для ребят просмотр фильма «Маленький воин». На танцплощадке мальчишек и девчонок веселили любимые герои мультфильмов. Особое праздничное настроение создало выступление детских творческих коллективов. Зрители поддерживали их бурными аплодисментами. Задача каждого родителя – сделать детство своего ребенка счастливым. И хочется верить, что сегодняшний праздник останется в памяти самых маленьких и беззащитных на долгие годы.